Наталья Комарова в отчаянии развешивает объявление о помощи. Ее 9-летняя дочь за лето превратилась в тень. Диагноз врачей – анорексия. Случай в Казахстане беспрецедентный. Некогда активная осель, взрослые несколько раз делали замечание, что девочке неплохо бы похудеть. Отличница и любимица всех вдруг стала мало есть, а потом и вовсе отказалась от еды. Человека можно убить одним словом. Так моего ребенка и убили сейчас. Пока одни убивали словом, казахстанская медицина убивает делом. Врачи помочь маленькому пациенту ничем не могут. Это первый подобный случай в Казахстане. Сейчас в семье Комаровых о счастливой жизни напоминают лишь фотографии улыбающейся осель. Всего за 2 месяца девочка потеряла 16 килограммов. Сейчас ребенок весит всего 17, стесняется показываться на камеру и очень хочет выздороветь. Есть осель хочет, но сейчас уже не может. Она хочет кушать, она плачет. Вот на днях плакала, мама говорит, я устала, я хочу выздороветь. А мне здесь, говорит, все врачи не помогут. Они просто ее напугают. Участковый педиатр говорит, что ребенок всегда был активным и здоровым. К врачу мама обращалась редко, и перемены в здоровье девочки ужаснули Татьяну Маркову. Голос ребенка изменился. Говорит очень тихо, очень худая. Я даже не могла ее послушать, потому что она прям со слезами на глазах попросила не поднимать даже маечку. Отправили ребенка в центр матери и ребенка. Там посмотрели, отправили ребенка с диагнозом анорексия в ПНД. Но от госпитализации в ПНД мама отказалась. По словам Натальи, в клиниках республики, куда она обращалась, никто не берется лечить анорексию у 9-летней девочки. Обещают помочь в одной павлодарской клинике, но она платная, а лишних денег в семье нет. Наталья одна воспитывает 2 дочерей на зарплату в 300 долларов, еще и арендует жилье. Сейчас 9-летней осели ее маме остается только рассчитывать на помощь добрых людей. Ведь квот от государства на лечение такого заболевания для детей не существует. Казахстанская система здравоохранения, вопреки гуманности и здравому смыслу, не может помочь ребенку. Жизнь малышки в опасности, но это никого не волнует.